Привет, меня зовут Даша, и это видео в стиле анбоксинг. Мне пришла вот такая совсем небольшая посылочка из Нижнего Новгорода. Вот честно, не знаю, что это. Я в этом месте заказывала очень много вещей, но какие догадки есть, но не буду затомить и тебя, и себя открою. Из магазина, индийского магазина Дадра. Вот такой уютной, я бы сказала, коробочки. Мне пришла посылочка. Сейчас я ее распечатаю. Мы посмотрим, что же там. Вот пришло мне кокосовое масло. Я о нем очень давно мечтала. И наконец-то. 100% написано. Произведено в Индии. 100% кокосовое масло. Парашют. Так потрясающе пахнет кокосовым маслом, ты бы знала. Он такое беленькое, попробую показать консистенцию. Вот, такое белое полупрозрачное. Ну, не знаю, посмотрим. Поэкспериментируем. Еще здесь вот такая штука. Это хна красная, совсем-совсем скоро будет дивари. И я ее заказала для того, чтобы делать всякие узоры на руках. Из меня, правда, художник от слова худо, но не знаю, попробуем. Еще такой вот, как игла, тонкий выдавливатель. То есть выдавливаешь, и тут же рисуешь. Такого фактически цвета крови. Вот я немножечко выдавила случайно. Вот, ну такой хороший цвет, мне нравится. Ну, посмотрим. Я надеваю, обязательно сниму тебе плейлист на поздравительное видео в образе. И ты увидишь эту хну на мне. На этом все. По ссылочке было всего две вещи. Я надеюсь, обе они меня порадуют. В свою очередь, я хочу тебе пожелать, чтобы твои посылочки тебя всегда радовали. Ладно, счастливо. Пока.